Пасмурный день вторника разукрасило яркое событие. В центре города, рядом с двумя детскими садами и жилым комплексом, торжественно была открыта игровая площадка. Традиционная красная ленточка, воздушные шары, улыбки на лицах детей. Подарок им и праздник тоже для них. Горка, качели и другие радости для маленьких энергичных непосед прошли уже свои первые испытания. Мне очень понравилось на этой площадке. И я всегда буду часто приходить с мамой. А с друзьями? С друзьями тоже попытаюсь приходить. Мне больше всего понравилось на этой площадке кататься на качели. Я буду приходить с дедушкой. Мне нравятся горки. Нравятся качели. Мне все нравится. Мне понравилось, что поставили качели, горку и канатик. А вообще настроение как? Хорошее. Мне больше понравилось качели. Они очень быстрые были. Мне очень нравится эта площадка. Я только вчера пришла, мне все в ней понравилось. Я очень люблю наш город. Я живу недалеко, я буду приходить сюда с мамой. Скажи, пожалуйста, а что больше всего тебе понравилось на этой площадке? Горка. Детская площадка была подарена фондом «Эдельвейс», который возглавляет Влад Лохотнюк. В Молдове второй месяц идет кампания по установке таких площадок. Добралась компания «Парк Эдельвейс» и до Тараклии по просьбе советников районного совета. Мы ждали, конечно, больше площадок, надеялись еще на две площадки установить в новом микрорайоне. Просили, вернее, фонд «Эдельвейс» установить и в новом микрорайоне около университета, и где гимназия номер 3. Но пока они вот поставили одну площадку, обещали еще возвратиться к нам с таким же проектом и установить дополнительно. Совместно с городской администрацией было решено определить место установки. Некогда пустующий сквер был приведен в порядок. Теперь в Тараклии стало одним местом отдыха больше. Работы по благоустройству парка были начаты 2 недели назад. В рамках партнерства с фондом «Эдельвейс», парки «Эдельвейс», нами были выполнены здесь ряд мероприятий, очищена территория, спланирована площадка, выделено место под детскую игровую площадку. И в течение 2 недель очень оперативно этот проект был реализован. Всего в рамках кампании запланировано установить около 40 игровых площадок. В Тараклии это 32-я по счету. Лучшие инвестиции – это инвестиции в подрастающее поколение, в будущее страны. Это очень хорошая детская площадка, очень качественная. Она даже есть и покрыта каким-то специальным резином, это специально для детей, чтобы дети могли легче играть. Как вы видите, это очень хорошее, большое дело. Мы очень, что нас выдвигает вперед, это радость и смех на лице детей. То, что мы очень рады, и это дает нам еще силы и желание строить еще больше и больше, сделать больше для детей. Повеселить воспитанников двух детских садов в этот день удалось. Радости детей не было предела. Повсюду яркие воздушные шары, детские крики и смех. Площадка пустовать не будет, за исключением того времени, пока ребята будут на занятиях.